Привет, вышел новый охотник, и сегодня я за него сыграю. Что это за звуки? В комментариях писали, что он муж, но версия у всех расходится, так что я пока что не понял, чьим он является мужем, так что напишите в комментариях ответ мне на этот вопрос. У нас есть в начале кирка, который мы можем бросать на F. Я не изменил управление, к сожалению. Так что мне неудобно будет. К этой кирке мы сразу можем делать рывок на R. Ее нужно бросать в препятствие, тогда будет разрушение на карте. Этими разрушениями вы можете хитовать сурву. Ну, я не хитанул. Я уже не понял, где выживший. Я смотрел на свои способности. Потому что я не помню, на блинк у меня на какую способность. Где он? Она. Я ничего не вижу. А, я изменил следы. А я думаю. Я ее не поймаю. Не надейтесь. О, и тонули. Ну, вот так вот вам нужно делать всю игру. И вас ждет какой-то успех, возможно. Блин, я неправильно кинул кирку. Рывок я даже не использую. На В. Кто это управление создавало? Что мне делать? Типа, он убегает и все. Ну, посмотрели на анимацию стана. Давайте пророка ловить. Да. А, я его еще не хитанул. Так будет проще находить сурву. Изменить цвет, но... Неужели? Убил. А! Изи. У меня, кстати, телепорта нет. Я такие вещи не использую, сори. Как раз, кстати, есть время изменить управление. Так, Б. Я не знаю, на какую клавишу это изменить. Пусть F будет. Сейчас я пойду в первую катку. Сосиска в тесте. Уже не впервые вижу этого игрока. Сосиска в тесте, я твой фанат, если что. Напиши мне. Ждите. Но мне опять нужно настраивать. Ну ничего, у меня много времени. Где будет выжившие не быстро. Да не то. Не то. О. Возможно, все будет нормально. Так, здесь сурва нет. Тогда я ливаю. Я не знаю, где еще сурвы могут быть. Кто здесь? Прятался? Кстати, радиус атаки, например, за... Не знаю кого, но за кого-то я бы не попал даже. Видели, какой рывок у него есть? Неплохо, правда?
неправильно. А почему... способность не работает. У меня открылась способность. Но из-за того, что я изменил управление, она не работает. Отлично, конечно. Благодарю. Убил. Убил и тебя. Ну, придется играть, не имея одной способности. Но она не работает. R, я кликаю. Бред. На F. И на F у меня не та способность активирует. Что вы наделали, разработчики? Ну, верните мне способность. Даже. Если вот... Мне кажется, что... Смотреть несложно. Этого охотника нужно избегать препятствий и все. Писатель, сори, но ты теперь бесполезен. Как саппорт, что я тебя не боюсь. Ну и что? А. Вау. Хитанул стул. Да ты... Нет, странный радиус. До этого он очень большой был, когда я хитанул энтомолога, а теперь как-то прям ничего. Писатель, ты не спасатель. Ты теперь даже не саппорт, так что уйди отсюда. Очень все с задержкой работает. Нет, не заблочил. Ну ладно. Если бы у меня еще была третья способность, которая сейчас не работает. По очень странным причинам. Окей, рывок работает. Медленно. Думаю, бафнут скорость взаимодействия этого. Ну, боже, откройте мне способность. Не туда. Сейчас я к тебе приду. Ой. Ладно. Рывок нельзя сразу использовать. Видимо, нужно дождаться. Куда он ушел, я не увидел. Идем сюда. А, и рывок не работает. Да уж, баги прекрасные. Ну, ничья. Баги неприятные. Но не работает ни R, ни F. О, неужели? А, нет, не сработал. А как он отхилился? А, они там вдвоем? Только сейчас обратил на это внимание.
где она? А вот ты где. Интересно. Могли мне чью сыграть? Я имею всего одну способность из-за бага. Ну, как-то победил. Да, вот за него я сыграл, и да, пока что не кажется имбой. Думаю, будут бафать. Пока что средний охотник. Вот сейчас сурвы как бы не понимают, что нужно против него делать. Поэтому удается как-то хитовать. Немного подождем, и избегать препятствия сурвам будет несложно. Так что наносить дополнительные хиты не будет удаваться. Рывок у него есть, это неплохо. Но хиты достаточно ненадежные. Напишите, что вы думаете. На этом все. Уже исправьте баги кто-то. Если меня смотрят разработчики... Бонус. Исправь.